Алоха всем. Уже прошло полмесяца, как я не курю. Я очень рад этому результату. Очень сильно, можно сказать, рад. Ну, не буду спорить, иногда желание... Блин, что ты дрючишь? Желание залетает покурить. Это там, когда там какие-то проблемки такие возникают. А так... Это все ерунда. Больше всего, когда там думаю про работу, начинаю вот это переживать, себе шифровать, что сижу без работы, то начинается в голове бред. Там такой весовушка подбирается все больше. Каждый вечер себе говорю, так, завтра встаю, начинаю там заниматься чем-то, ну, в оконцовке, будильник отключается. Ну, а походить, проработку поспрашивать, только как-то объяснить людям, которые меня не понимают, а я их не понимаю, что я ищу работу. Но может, найду каких-то украинскоговорящих людей, и они помогут с работой. В принципе, людей много, кто помогает нам. Надо как-то это все поискать, найти. Сейчас похожу, все найду. А так... Курить больше всего тянет к айкосу, кстати, от чего-то меня. Не знаю, так про сигареты сильно не думаю, про айкос что-то думаю так часто. Айкос бы взять покурить, айкос надо его продать, наверное. Потому что он лежит, или кому-то, блин, там не пройду. Потому что он лежит и все. И нафиг он надо. Так. Кто будет бросать, наверное... Сразу как-то себя чем-то занимаете. Видите, если я еще занятия такого сильного не придумал. Ну, там детьми занимаюсь, учу. На уроки их вот повели там. Им уже более интересно. Так, надо чем-то себя обязательно занимать. Тем более первые дни мне вообще сейчас пройду тут жужжа. Ну, в общем, как-то так. После того, как бросил курить. Такие-то дела. Только начинает голова просыпаться. Начинает более работать. Ушла эта агрессия. Настроение такое более боевое. Какое-то такое постоянное присутствует. Уже с утра нету такого злой, как не знаю кто. Ну, если бы еще, конечно, не находиться под одной крышей с постоянно жинкой 24/7, то, может, меньше бомбило. Ну, такая вот же духа у нас. Всем спасибо. Подписывайтесь, лайчик ставьте. Всем пока.